Поступили вопросы. 2 года курил, думаю бросить с завтрашнего дня. Я ответил Жану Саделю. Не курил, не знаю. Но знаю по отзывам отца. Он курил где-то лет с 9. И где-то со здоровьем начались проблемы. Лет примерно 50 он решил бросить курить. Так вот, насколько я помню, он рассказывал, где-то 2-3 недели ужасно хотелось курить. Потом тяга пропала. Ну и желательно, чтобы человек не вращался в кругах, где курят, не думал, особенно бывают такие ошибки, я знаю, вот, говорит, бросил курить, год не курил, или там 2 года не курил, потом думаю, все, я уже такой устоявшийся, дай там за компашку там одну закурю. И как начал курить, и пошло опять. И остановиться трудно. И чем я понял, не больше ты бросаешь, и потом начинаешь, тем труднее избавиться от этой привычки. А я в газете Малахов Про, интернет-газета, где-то там про курение у меня есть, как бросить, когда тебе будут помогать, ну, скажем сказать, высшие силы. Это на прощенное воскресенье делается. Человек выкурит последнюю папиросу, все это дело кладет, что-то там говорит. Я уже не помню, так посмотрите, мне это так интересовало постуку, поскольку. И вот тогда получается, что, как бы сказать, вот хорошо ему помогает. Можно, конечно, начать голодать на голоде. Также эти все процессы проходят намного быстрее. Слышал я такое, что курево, ну, быстрее человек с этим расстается, лучше выходит. Но это голодать на недельки две, а не просто там день-два и все. Нет, это не тот случай. Вот. Поэтому тут основное, надо себя убедить, что это не надо. И когда вы себя внутренне убедите, тогда делайте решительный шаг. Что касается леденцы сосать или еще там что-то там такое. Ну, возможно, это помогает, но, говорю, я это не проходил, не знаю. Так как курево как бы активизирует организм за счет того, что дым создает вот этот вот горький вкус, и он, как бы сказать, ну, стимулирует различные процессы, то есть человек не поправляется, у него там, как бы сказать, голова проясняется, там закурил, вот такие вот вещи, то можно попробовать заменить это полынью. То есть полынь в семенах или там травка, полынь. И, значит, немножечко раз взяли, чтобы она горечь создала, аналогичную от процесса курения. Ну, это также будет способствовать. Ну, вот примерно так.